Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadr baland obunachilar. Bugungi videoroligimizda Hilti kompaniyasining yangi chiqqan pistolet, ya'ni M10, M8 pistoletlari qanday teriladi, qanday ishlatiladi va eng qalin bo'lgan 15 santimdan 10 santimgacha bo'lgan temirlarni teshib va ularni qanday ishlatamiz, shular haqida bo'ladi. Marhamat, подробно tomosha qiling. Смотрим на инструкцию. Все делаем четко по инструкции. Первое. Всегда проверяем отсутствие ленты с патронами. Второе. Откручиваем голову. Да, но без хромы. Крутили. Вытащили. Значит, что у нас осталось? Вот эта часть у нас есть с лапками. Есть вот эта часть кожух. Есть неразборный механизм, который выглядит вот так. Есть поршень. То есть вот что у нас получилось. Голова здесь ничего не разбирается. Значит, у нас есть спрей. Есть щетки. Значит, начинаем с поршня. Самое простое. Спреем всегда несколько брызг нанесли и делайте чистку. Çekiyor zaten, çekiyor, sıram çekiyor. Gerek yok çekmene. Siz karar verin, kendine şey karar. Видите, вот эта часть наиболее блестит, а вот эта часть у нас не блестит. Если долго не делать чистку, вот здесь будет делаться сгусток вот этого нагара. То есть поршень ходит вот на это расстояние, вот здесь будет скапливаться сгусток, он будет вот сюда сближаться. И вот эту часть будет разбивать, потому что поршень до конца отходить не будет. Основные поломки пистолета всегда также чистите вот эту часть. Здесь точно так же возможны сгустки. Чистый. Дальше. Вот здесь точно так же обязательно это нужно. Поршень ходит в этом кольце. Возможно, нагар как здесь, так и образование в кольце. Thank you.
Видите, смазка вытекала. Вот она, густая, вот здесь. Видите? То есть это все нужно вытирать. Все, почистили. Теперь начинаем собирать. Опять смотрим по вот этой схеме. Здесь очень правильно, самое главное, взять в нужную руку нужную деталь. Берем вот эту часть. Берем элемент, как показано здесь. Видите, внизу вот этот бортик, вот мы его взяли, вот он. Вставили в него. Вот в руку вставили и двумя руками захватили. Теперь нам нужно сопоставить следующий момент. Здесь риска. И риска есть вот здесь. Две риски, здесь и здесь. Они должны совпадать вот с этими рисками. Здесь и здесь, на пистолете. Тогда все у вас сойдется. Соответственно, когда так. Теперь нужно, чтобы еще защелкнулись вот эти лапы. Соответственно, сопоставляем риска к риске. Видно? Довели, и вот здесь поджали две лапки и уже вставили и накручиваете. Дальше обязательно вставляйте поршень, не забывайте. Стукнули, а потом можно закручивать. Все? Готово. Носик можно поворачивать, в зависимости от того, как вам удобно подлезть в монтажную деталь. Обязательно обращайте внимание вот на этот пластиковый кончик. Он не должен быть разбит. Это служит некоторым демпфером, когда вы стреляете, лишняя энергия уходит вот сюда. То есть, когда его не будет, у вас будет либо перебитие шпильки, либо недобитие. То есть, не совсем корректно. Он идет в каждой упаковке. То есть, он рассчитан. Смотрите, вы открываете коробку с гвоздями. У вас там обязательно идет вот этот кончик. Идет вот такой прибор и идет одно сверло. Каждое сверло сколько? 100 отверстий, да? Рассчитано на 100 отверстий. Сверло, как правило, не тупится, острия сверла хватает для того, чтобы сделать 100 отверстий. Сверла ломаются из-за того, что когда человек сверлит, он досверлил до конца и он делает куда-то наклон рукой. И сверло просто ломается. Вот с этим связана проблема. Бывает, человек уставший. Сверлит под конец смены, тяжело контролировать. Либо может быть металл неоднородный или еще что-то. Ну, то есть, вот какие-то вот такие причины. С этим все, с чисткой все, давайте будем сверлить и ставить. Это восьмерка у нас. Это у нас... Да, это восьмерка. Это восьмерка. Ставить будем десятку. Тогда. Разберем? Давайте разберем тоже. Кто-то попробует, может? По-другому. Первое правило. Пистолет, палец на курок, палец на курок. Кладем только тогда, когда собираемся выстрелить. Если мы не собираемся, если мы чистим, пальцы всегда вот так. Палец на курок никогда, это правило. Второе. Патроны вставляете только тогда, когда собираетесь делать выстрел. Следующее. Пистолет никогда не направляете ни на кого. Только в зону работы, только там, где собираетесь производить монтаж.
есть несколько степеней защиты от этого пистолета. При падении он не выстрелит. Никогда. Пока вы не нажали вот так, выстрела не произойдет. То есть вот я убрал сейчас, он прок... То есть есть защита. Пока вы не прижали с определенным усилием. Не стоит пробовать прижимать руку. Еще что-то. То есть никогда. Даже если у вас лента, нет гвоздя, вы нажимаете выстрел, вот этот поршень, который ходит, он может ударить вам в руку. И достаточно серьезно повредить, нанести повреждение. Значит, берем сверло. Сверло, знаете, что отличается? Под восьмую и под десятую шпильку. Смотрите, это новое поколение, идет шпилька цельная. То есть вот здесь она цельная, вместе с основной частью. Это новая шпилька, у нее диаметр сверла 4,7 мм. Да, вот здесь указано 4,7. XBT нет. Вот это старое сверло, 4х7. Оно идет вот сюда. Вот это новое сверло. 4,7/7. Увидели разницу? Да, да. А вот. 4,7? Да, здесь 4,7, а здесь четверка. Вот это идет под восьмую шпильку, в данном случае вот под эту. Это новое сверло. А вот ты сейчас кинул леган, да? А, что? Как сверлить? Можно взять вот так. Можно взять вот так. Как будет правильно? Второй раз, правильно? Да. Дрель должна быть продолжением вашей руки. То есть она не должна изгибаться. Если вы берете вот так, она под весом. Соответственно, вот так сверлите, ломаете сверло. Вот так сверлите, у вас продолжение руки. Все четко. И вот этими пальцами нажимаете. Еще важный момент. У вас вот здесь было толстое сверло. Правильно? Если вы будете сверлиться где-то на металлоконструкциях, где есть защитный противопожарный слой, а он скорее всего будет. Да, у нас есть. Сначала снимите защитный слой вот этим сверлом. Когда до металла дойдете, уже будете сверлить вот этим сверлом, чтобы его не тупить. Тогда, когда у меня образовалось вокруг отверстия вот эта канавка. То есть я досверливая, дожимаю сверло таким образом, чтобы у меня просверлилась вот эта канавка. Если она не просверлилась, соответственно, нужно еще сверлить. Мощности. Сейчас стоит на единице самый слабый выстрел. То есть начинаем с этого. То есть такой щели нет. Сейчас будет выстрел. Вставляем единицу. Если не добило, ставим на двойку, стреляем, меряем. И тогда, то есть пробным методом пробы подбираем вариант. Это очень важно. В ногах на обзе. Мы визуально можем видеть, что шпилька не добита. Видите? Видно, да? То есть, если мы берем 26,8, самый большой размер, сюда вставим, видите, она не подходит. Вот. Чем надо, или? То есть, смотрите. Вот у нас шпилька выше вот этого прореза. Вот она, видите, нарисована. Соответственно, не подходит. Да. Все, соответственно. Что же не подходит тогда у нас сейчас? Рядом сверлим.
кольцо. Видите, сделал? Я сразу поставлю на тройку. Давай ты во второй тоже увидишь. А, чтобы просто проверить? Давайте. Сейчас, вот. Угу. Смотрим. Видите, здесь был зазор большой, здесь уже меньше. Опять меряем, опять не проходит. Делаем третий. Что? Ленту передергивать не нужно. Гвоздь вставляешь вот сюда. Üçe koydun mu? Elini tetikten çek. Нет. Сталь массивная, не подходит. А у четверенной сотни на спине? Это у нас какой был? Это? У нас все второй. Да, все хорошо. Если 30 сделаем, еще больше. Еще. Нет, вот это все хорошо. Это все хорошо. В этом диапазоне все хорошо. То есть, видите, галочка стоит там, где не проходит. Угу. Галочка вот здесь стоит. И вот она, шляпочки. Да, 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 да. Здесь она не проходит. А здесь галочка стоит там, где она должна проходить. Десятка пойдет. Да, это была восьмерка. Сейчас сделаем то же самое с десяткой. Вот новый. Да, восьмерку сразу убираю, восьмерку. Сверло от восьмерки тоже, соответственно, убираю сразу в восьмерку. Разница как? Раз, два, три. Три выстрела у нас уже было, да? Ставили. Это у нас первый патрон, второй, третий. И наши бо, ого, куда чистал на происходило бо. Так, она должна проходить, проходит, да, галочка стоит, видите? И это, она должна быть вот так, да, она цепляется. Слишком, на двойку нужно.
проходит. А проходи. У нас это материал по другому. Мы будем тройка. А сейчас и здесь. Все? Да. А давай еще.